Антон, да обманул народ. Народ видит уже, проснулся от твоего бреда. От твоего фантастического, знаешь, пиара. То, что ты пиаришься, то, что ты мясо на Россию поставляешь, бразильское под молдавским. Ты деньги себе зарабатываешь. А мы стоим, где люди? Где люди? Скажи. Чем кормить детей? Твоими сказками, обещаниями. Позор тебе, Дадон, позор.